В научной библиотеке Чувашского государственного университета имени Ульянова сегодня тушили крупный пожар, правда условный. Там прошли учения. За действиями пожарной службы наблюдала Ольга Пырочкина. На шестом этаже научной библиотеки Чувашского государственного университета из-за короткого замыкания загорелся один из стеллажей с книгами. Около 11 утра. До сессии меньше месяца. В библиотеке много студентов. После эвакуации обнаруживается, 5 человек не покинули здание и не выходят на связь. Спасти их и справиться с огнем, который мгновенно распространяется из-за легковоспламеняемых книг, такая задача стоит перед пожарными расчетами. Они прибывают на место через несколько минут после сигнала. 144 людей эвакуировано, 5 неизвестно. Ведем поиск, как поняли. К моменту подъема пожарного рукава задымление доходит уже до 3-го этажа. Пожарные прочесывают каждый угол в залах на этаже, откуда начал распространяться огонь. И вот первый пострадавший. На случай, если огонь перекинется на лестницу и отрежет выход на улицу, за окном дежурит специальный подъемник. Впрочем, сегодня все обошлось. Уже к 11:40 штаб пожаротушения сообщает, все спасены. Эвакуировано 5 человек. На тушении работают 2 ствола. 3 ствола на защиту, локализация. Данное здание выбрано, потому что самое высокое здание из всех корпусов ЧГУ. Здесь, как мы видим, 9 этажей. И загруженность этого здания – это библиотеки, книгохранилища. То есть при реальном пожаре здесь будет очень сложная обстановка с развитием, с задымлением и с количеством пострадавших. Общая оценка проведенным учениям поставили удовлетворительно. Личный состав показал свои знания, умения на практике. То есть мы готовы справиться с таким загоранием. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.